Ну все, мы пошли искать замок. Жарив, жарив. Я сегодня даже не забыла свою палочку-выручалочку, чтобы поснимать получше для вас. Поинтересней, чтобы было. Что? Правда, звук не знаю, будет какой или нет. Микрофон Лена, как всегда, забыла дома. Ой, холодно. Везде каменные домики красивые. Я спрашиваю, какого года замок этот. Он говорит, мой наш, средневековье. Точно не знает. А, 12-13 век. Оливковая роща. Туристы с детьми даже вон гуляют все. Муж мне объясняет, что это за дом. Maison Maître. То есть тот, кто руководил деревней. Я так дышу, потому что здесь все в горку поднимается. Какая красота, хоть на каждом сантиметре делай фотографии. Bonjour. А содержали шато. Угу. А вот и замок. Развалины замка. Муж показывает герб. Он говорит, это герб моих предков. Угу. Ласточка. Ласточка. Он говорит, предки были выходцами отсюда. Из Мирандоля. Целая улица из старинных домиков, которые люди уже переделали, в которых живут. Так, направление замок. Угу. Сейчас посмотрим, как здесь было раньше. Это протестанты, которые живут здесь, это village протестант, и ага. Который был массакрирован католиками. А, здесь это протестантская ouais. Деревня была протестантов, ouais. Которые были католиками захвачены. А. Вот как он выглядел и сейчас. Красиво. Данже. Значит, осторожно. Это осторожно. А. Муж переводит. А. Муж сегодня переводчик. Осторожно. Идем. Сам замок. В развалины замка, то есть. Угу. Ток, ток. Bonjour, c'est nous. On vient pour le thé. Он говорит, на чай мы идем, на чай. Есть кто-нибудь? Или quelqu'un? Non, non, il y a plus personne. Il y a personne, да. Bah, il y a les fantômes, peut-être. Bah, peut-être, parce qu'il y a plus rien. Я говорю, ну, эти фантомы там, это привидения есть здесь? Voilà. Скорее всего, есть, а? Voilà. Вот так они здесь и жили. Дома-то были совсем небольшие. Это вид, который открывается на реку Дюранс. Ля Дюранс. Река, которая разделяет два департамента. Буш-Дюрон и Вуклюз. Анфас? А, Селеверя. И напротив деревня, которая называется Шарлюваль. Муж не перестает восхищаться. Восхищаться, археолог говорит, как же раньше строили красиво люди. Да, все из камней, все на века. Кстати, возле Нима, где мы жили, есть деревня очень похожая, которую обожает мой муж. Комасапельсетвиле? Сов. Сов, называется Сов. Кто живет возле Нима, посетите обязательно эту деревню. Сов. Очень красивая. Да. Красота.
tout est bien conservé en rade, ils ont mis vraiment des pierres tout. C'est super joli. Ah, c'est aussi à... Ah, mouche se baltaï. C'est pas ça, Vioux aussi. Hein, Vioux, un peu. Да. T'as les Alpes là-bas. Мужу лишь бы поболтать. Да, здесь можно просто-напросто делать открытки. Фотографии для открыток. Простите еще раз за ветер. Люберон. Ну вот и мы и добрались до самого замка. Что от него осталось. Да. Вот все, что осталось. Меня сдувает от такой красоты. Все, я, у меня уже все замерзло, голова замерзла, все замерзло, нужно было брать шапку. Пойдем, а он все, здесь Александр решил раскопки сделать. Все, он тут чувствует что-то нюхом своим. Пойдем уже спускаться, у меня рука замерзла. А, оказывается, мне, мы еще не дошли, это вот до сюда надо было дойти-то. Вот. Ругается. Ворчит и ругается. Не обращайте внимания. Александр тоже умеет ругаться. Мы добрались до дома. Здесь тепло и хорошо. Салю, папи! Сава? Тульмон деман кома сава? Кома? Вау! Вы разговариваете по-итальянски, месье Дюмон. Мы сейчас будем пить чай, греться. У нас продолжается галет де руа, королевская галета. Владислав уже наелся. Tu as déjà mangé? Ну, а мы будем пить чай и потом поедем домой. Ну вот, например, Лилиан пьет кофе с сахаром. Какой сахар берет? Про который я вам рассказывала. Сюкрару. Вы preferez сюкрару, папи? Лиля? Pourquoi? Я говорю... C'est plus naturel. А, он говорит, я предпочитаю тростниковый. Ой, pardon. Le sucre il devient blanc quand on le passe par des acides. Voilà. Он говорит, белый сахар это рафинированный сахар. То есть очищенный, а вот этот самый-самый полезный сахар. Ça, c'est la couleur naturelle. Oui, naturelle. И vous aimez du thé? Le thé. Non. Le thé. Non. Non. Вот ответ француза. Чай любите? Нет. А вот мой перекус. У нас будет травяной чай у меня. И мой большой органический апельсин. Свекровь уже знает, что мне приготовить. Мерси. Ну вот и закончились еще одни выходные в семье Дюмо. Всем большое спасибо, кто остается с нами на нашем канале или на Франс. И до новых встреч в Провансе. Подписывайтесь, мы вам очень-очень рады. Ку-ку, Влад! Пока-пока. 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 Пока-пока.